В спортивном мероприятии приняли участие почти 60 учеников школьных команд сельских поселений Краснокамского района. Главная цель Всероссийского фестиваля – привить детям чувство патриотизма, любовь к родине, привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом и совершенствованию навыков обращения с оружием. Старт муниципальному этапу Всероссийского фестиваля дал начальник отдела образования Краснокамского района. Разрешите всех поздравить с прошедшими праздниками 23 февраля всех юношей и плавно перейти на весенние праздники, я вижу здесь девушки, и поздравить вас с наступающими весенними праздниками 8 марта. И вот как бы завершение месячника оборонной массовой работы, мы продолжаем сегодня организовать для вас соревнования. И я желаю, чтобы вы все победили, и пусть выиграет сильнейший. Программа фестиваля «Ворошиловский стрелок» включает в себя стрельбу из электронного оружия по мишени на дистанции 10 метров. Организаторы ставят перед собой задачу по пропаганде среди призывной молодежи стрелковых видов спорта, формирование потребностей к здоровому образу жизни, а также физических и психологических качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к воинской службе. Стоит отметить, что соревнования поддержали своим участием, в том числе и девушки. Последний выстрел, стрелка номер два, еще два пробных. По итогам муниципального этапа Всероссийского фестиваля в общекомандном зачете первое место завоевала школа Николы Березовки, второе место за командой школы Новый Буруй и третье место у школьников команды села Новый Каянлык.